Городской аварийно-спасательный отряд переехал в новое здание. В третьем линейном переулке за счет городского бюджета отремонтировали помещение бывшей женской консультации. На эти цели городской бюджет потратил 6 миллионов рублей. Теперь в распоряжении коллектива из 22 человек двухэтажное здание. Напомним, что создан городской аварийно-спасательный отряд был в 2006 году. Вот за последние годы наш аварийно-спасательный отряд спас 900 человек, которые проживали на территории города Иваново. Они выезжают на дорожно-транспортное происшествие, на пожары, на все те проблемные вопросы, которые могут быть на территории областного центра. А всего за время существования отряда эти молодые люди выехали более чем на 7 тысяч происшествий. В новом помещении у них есть учебный класс, тренажерный зал, комната отдыха и комната психологической разгрузки. Наш личный состав работает в экстремальных условиях. Это у нас получается и дорожно-транспортные происшествия, и пожары. Все-таки это действует на психику человека. После где-то крупных аварий, где у нас имеются трупы, то есть для восстановить психику человека необходима комната психологической разгрузки. В открытии нового здания для городского спасательного отряда принял участие Олег Баженов, начальник Центрального регионального центра МЧС России. Он поприветствовал личный состав отряда и пожелал им поменьше выездов в связи с ЧС. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.